спорт, он всех объединяет. И я считаю, что люди с ограниченными возможностями, они вдвойне герои, и мы все так считаем. Они вдвойне герои, чем даже люди, которые обычные. И мы, приезжая на какие-то соревнования, даже вот на Олимпиаду или какие-то встречи там олимпийцев, мы всегда подходим и пожимаем им руки и говорим спасибо. Мы даже олимпийские чемпионы. У этих людей, у них уже победа, у них двойная победа. То есть я могу сказать, если он выиграл один раз Олимпиаду, я могу сказать, что он двукратный олимпийский чемпион. Потому что первый раз он выиграл это золото, когда он принял решение идти дальше, не сдаваться. А второе золото – это когда он стоял на подиуме. Поэтому они, даже будучи однократными олимпийскими чемпионами, они уже многократные. Общество не должно разделяться на больных и здоровых. Общество должно быть здоровое духом, и мы должны поддерживать их, а они нам должны давать пример и нашим детям то, что делают они.